Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Роза. Я немного приболел, то голос может немножко вам показаться совсем другим. Есть новое обновление и ивенты. Видим до 28.12, а то есть 14 дней будет такой пропуск, где очень много виталочки разных, я бы сказал, ништячков. Также видим кристаллы души, сундук с обычным пособием, ордена славы, антикварная вещь. Так, а я не активировал пропуск. Видим, тут тоже какие-то сундучки идут. Белый шар. Что за белый шар, мы узнаем попозже. Это баф. 10 до 1 миллиона адены может вам прогнуть. Фрагменты ветра тьмы. Камень жизни, камень духа. Тут видим уже свитки битвы. И от 100 тысяч до 10 миллионов адены. От 100 тысяч до 10 миллионов адены. Также видим фрагменты огня, ветра. Камень улучшения магии. Усиленный камень магии. Так, с этой стороны сундучок, видим. Опять реликвия энергии, 5 штук с одного сундучка. И свитки модификации. Карта Агатиона. 6 раз от обычного до редкого. Сундук с пособием высокого качества. 1 раз. Чистый эликсир. Антикварная вещь. Такой же сундук. Вот тут видим. От обычный до редкий. Камень души 6 раз. Также с пособием. Чистый эликсир, 500 антикварной вещи, которую вы продаете в магазин. Я надеюсь, в будущем она нигде не пригодится. Перед финальная награда. Видим, от 100 тысяч до 10 миллионов адены с одного сундучка может вам прокнуть. Цветок битвы. Позволяет дополнительно получить предмет с неким шансом. Фрагменты воды, огня, усиленный камень, магии жизни духа. Все рандомно. Вот такой вот пропуск. Очень вкусный пропуск. До 21 декабря... Увеличен 2 раза остров неистовства. Очень круто. Это типа намекают, подфармите, ребята, аденочки. 21.00 по МСК по почте будет отправляться подарки границ. Видим энергия Энхасад 1000 единиц. Мешочек с антикварной вещью. Священный белый шар. Вот, 3 штучки. Труда духов 100 штук. Священный белый шар — это урон святостью плюс 3. Время действия 20 минут. Сведения об обновлении Lineage 2 Mobile от 14 декабря. Так, видим, добавлены новые классы. Блин, вроде Doom Master. Очень крутая карта, которая с пробудами и на орб, и на посох. Но это больше какой-то ЧСВ, мужик, не знаю. Воплощение рока. Сёма. Вот это имба, ребят. Вот это имба, я понимаю. На орба чётенький, а вот на посох ужасная очень. Блин, если такая дропница, я буду только на ней ходить. Такуна. Двойное оружие, дополнительное оружие, лук. А, древковое оружие. Вот он, Такуна. Вот такую вот пику добавили. Очень даже прикольная такая. Такой отшельник. Одиночка. Чем-то похоже с готики какой-то комплект. Хранитель Инферно. Героический эльф. Женский. Слушайте, я просто в упор не вижу его. Это тогда... А, это можно обновить еще надо опять. Это просто такой же, только... Вон, только он в синем плаще. Очень круто. Брат-близнец. Низшая каста. Добавлены коллекции новых классов. Весь урон плюс 2, МДР плюс 2. Весь урон, урон от умений. Расчехляйте кошельки, ребят. 5 агатионов. Первый агатион. Димитрис, героический. Хм, вот такого грута добавили. Йо, есть грут. Увеличивает урон от оружия. Шанс оглушения, очень круто. Так, дальше, что у нас? Энкура. Ну это, видите, припадочный такой энкура. Че он рот не закрывает, некрасиво же. Двойное сопротивление плюс 5%, сопротивление оглушению плюс 3%. Дальше у нас Матура. Матура, видно, братанчик Энкуры. Они ж рядом на карте стоят. Увеличивает игнорирование, снижение урона. Сопротивление умением плюс 7. Сопротивление оглушению плюс 3. Очень крутые агатиончики. Один редкий и один улучшенный. Это Фелис и Фаун. Так, Фелис. Пели с котя прикольная. Вообще зачетная, мне нравится. И урон плюс 2. Защита плюс 1.
И также вот сразу видим паун. По-любому закрывает какие-то колы. Макс ХП. Сопротивление крит атаки. Также и Фелис. Видим увеличение в ближнем бою. Сопротивление аномальному состоянию. Восстановление МП. Увеличение урона от оружия. Уклонение в дальнем бою. Ну и за героический я молчу. Видим точности. Плюс 2 бы дал мне. Сопротивление урона от оружия 3%. Очень крутой буст. Дальше. Абсолютное восстановление МП. Мах уклонения. Супер. И тут мы видим сопротивление удержанию плюс 2%. Уклонение в дальнем бою. Но на весь урон надо вот такой малой. Брека. Блин, вот вина зато есть такое. Угу. Так, по агатионам мы прошлись. Так, по коллекциям сами посмотрите. Добавлены новые умения. Наконец-то добавили за Ляртадены. Вот такую вот книгу. Видим на мага сопротивление оглушению 5% и увеличение от всех стихий плюс 5%. Очень неплохая. Я знаю... Так, сори. Так, я знаю, на танка там просто бомбезная книга. Урон от оружия 20%. Увеличение иммунитета в ближнем бою. Очень крутая книга. Так, давайте мы теперь посмотрим. Блин, от винам тоже. Крит-атака в ближнем бою. Доп урон крит-атака. Ничего себе, не. Шикарные книги. На пикейщика добавляют пробивание блока 10%. Пробивание блока 10%. Снижение урона плюс 5. Шанс аномального состояния. Ну, для ПВП неплохо. Так, на ножа. Ребят, ни хреновато, я не буду все смотреть. Сопротивление оглушению 10%. Сопротивление урону плюс 5%. При уничтожении врага с определенным шансом восстанавливают ХП. Очень. Подожди, не, ну на глада надо тоже посмотреть. Покупная книга, что она дает? Сопротивление оглушению, урон от умений 10%. Очень годные книги. Видим, добавлены новые локации. Я не посмотрю так. Вот эти такие локации. В одну за... Ну там очень жесткие мобы. О, видим этот босс. Книга поглощения. Набедренники огня. МЖ, очень круто. Круто падает. Так, а тут... Ого, тут чисто фиол. Империал посох. Ну как оно будет падать и... Когда его смогут убить. Это жесткий босс по-любому. Я уверен, там 200 плюс надо точности. Сильно не надейтесь туда отправиться. Не, можете группой, конечно, отправиться. 11 новых кристаллов души. В соответствии с локациями монстров на РБ, так и на обычных монстров. Разделили на два мира. Эрика Зикхард и Леона Бартс. В землях Лудио добавлена благословенная скала. Рядом с холмом львиной головы. Благословенная скала, безопасная зона. Монстры там не появляются. Вот холм львиной головы. Изменены некоторые области на континенте Аден, куда можно переместиться при помощи случайного телепорта. Улучшена система чат-групп. Теперь можно добавлять до 5 чат-групп. Название чат-групп можно указать. Все существующие чат-группы будут сброшены после плановых технических работ 14 декабря 2022 года. Чат-группы от 1 до 5 обозначаются как G1 и G5, это в чате. Теперь члены клана могут использовать чат-группы и чат союзников. Добавлены ячейки быстрого доступа специально для отдельных элементов игры. Амулетов телепортации для башни дерзости и свитков, которые можно использовать постоянно. В меню настройки добавлен пункт закрытия инвентаря при телепортации. При помощи данной опции можно выбрать, оставлять ли меню сумки на экране во время телепортации или закрытие его. Теперь автоматическая охота продолжается после выхода из подземелья. Теперь при сбросе лимита покупки товаров за адены в обменном пункте отображается красная точка. То есть вот тут будет отображаться красная точка, что вы можете что-то купить. А это с прошлого, позапрошлого обновления. Как только начинается автоматическое назначение главы, текущему главе отправляется оповещение в Purple. То смотрите, там хотите отжать клан. Блин, будут отправляться сообщения, не сможете отжать клан. Теперь на всемирных серверах и главных серверах можно выбрать вкладку «Члены клана».
Это теперь можно комплектовать и группы, я так понял. Это очень круто. Слушайте, очень круто. Игра развивается именно в PvP. Типа делятся ребята там, создают, соединяются в одну группу до 50 человек. Для хранителя, клана и выше. Вот видим, такая функция добавилась. Также добавлены вот такие вот квесты. Видим 2 СК-адены. Да, в землях Глудин. На фарме 200 мобов. Также земли Дион. Ну и земли Геран. Красную пуху дадут или что это такое? Прикольно. И винтовое на время. Очень круто. В землях Геран надо зафармить мобов. Это можно в Лоа полететь, стать. А также добавили вот такие вот свитки. Которые стоят 350 знаков поручения. Один свиток, если он успешно проходит, дает 5% буста или ХП, или МП восстановления. Вот такой вот свиток видим. При успешной атаке восстанавливает МП. Но я купил такой свиток, мне не повезло. Вот Двину повезло одному. Так, мы вернемся через пару секунд. Видим, падает не очень. На Биоре круче, конечно. Вы словно потрудились. Думаю, вы готовы. Ничего не бойтесь. И всегда помните, что источник истинной силы, конечно же, героический. Прикольно, слушайте. До какого числа это? На 30 дней дают вот Урпархангела можно взять. На 30 дней дают красную пушку. Так, ну на этом и все. Ребята, расщепляйте кошельки, фармите Адену. Вышли новые скиллы за Адену 1 для Артадены, копите. С вами был Розе, всем до новых встреч.